Пластики и грации – это единый организм, одно целое, и мы – частички этого кристалла, неразрывно связанные между собой, как маленькие звездочки, одной невидимой цепью. Yeah.
сказать, что такое одна команда, что такое одно целое. А одно целое – это вы, уважаемый наш зритель, это дети, это тренера и, конечно же, родители, без которых у нас бы ничего не было. Мы – команда, и я бы хотела поблагодарить всех, кто принимал участие. Я бы хотела поблагодарить тех людей, которые помогали нам организовать это мероприятие. Мы приглашаем на сцену Ракович Наталью Алексеевну. Спасибо вам за ваши стихи, которые вы написали для нас.
вперед. Четвертая группа. Thank you.
благодарственное слово нашим тренерам, которые сегодня подарили нам такой красивый праздник. Мы увидели своих детей, насколько они выросли за год, потому что мы каждый год видим отчетный концерт наших деток. И сегодня мы увидели, насколько выросли детки, какие они стали грациозны, красивы. И я хочу сказать, я прочитаю. Тренер знает лучше всех, как рождается успех. Многолетняя тренировка, терпеливостью, сноровкой, только профессионал покоряет пьедестал. Спасибо вам огромное, дорогие наши тренеры. Мы хотим вас поздравить и подарить небольшой подарок нашей команде «Кристалл».